Руководители районных филиалов палаты учатся работать с электронной картой свободных мощностей. Интерактивную карту, которая работает в режиме онлайн, сопровождает исчерпывающая информация об энергетическом потенциале каждого района, города и села. Директор палаты предпринимателей города Арысь рассказывает, что в скором времени такая информация пригодится ему самому. Он владеет телеканалом и газетой, собирается в скором времени строить новое здание и тогда воспользуется электронной картой. Раньше, чтобы получить техусловия, нужно было собирать большое количество документов, приезжать в Шымкент. Сейчас эта процедура облегчена. Можно в любом филиале палаты предпринимателей получить нужную информацию. Система упростит задачу потребителю, задумавшему построить, например, завод, мини-цех или запустить другое промышленное производство. Электронную карту впервые запустили в Южно-Казахстанской области в 2015 году. Областная палата предпринимателей совместно с энергоснабжающей компанией «Онстокжарэктранзит» разработала и ввела ее в действие. Достаточно навести курсор, и карта расскажет, есть ли в том или ином месте резерв энергомощности. По словам экспертов, долгое время получение техусловий для подключения к электросетям было для бизнеса проблемой номер один. Данная карта позволяет любому предпринимателю получить объективную достоверную информацию по нагрузке любого трансформатора на территории Южно-Казахстанской области. То есть, если есть необходимость подключения к сетям, человеческий фактор здесь почти что полностью исключен. Можно зайти на электронную базу. С момента создания карты ею воспользовались 100 предпринимателей. Они построили заводы и фабрики. Известно, что карта позволяет не только увидеть сегодняшнюю ситуацию со свободными мощностями в регионе, но и спрогнозировать план развития сетевого комплекса на ближайшие годы. Электронная карта обновляется ежедневно.